Всем здорова, ребят, с вами я, Антромир, и сегодня мы играем на проекте Amazing RP Silver Server. Если вы также захотите со мной поиграть, то ссылку на проект я оставлю в описании. Также используйте мой промокод при регистрации. Это вводите просто MM промокод, здесь указать друга ютубера, пригласившего вас на сервер. Там вы вводите мой ник Егор Антромер вроде, и еще при регистрации вас попросят ввести мой промокод. Вы просто ведете вот этот промокод, который я указал, Антромер большими буковками. В данный момент на Амазинге вышло новое обновление, я хочу его сегодня показать. Давайте зачитаем сначала, что там вышло. Итак, у нас в первую очередь появились новые возможности в тюнинге и в СТО. То есть мы там сможем как-то занижать, изменять машину. Мы это все посмотрим в сегодняшнем выпуске. Далее у нас какой-то добавили то ли страйкбол, то ли что. Это мы тоже сегодня посмотрим. Первое место это 150 тысяч вирт. Второе место 50 тысяч. И третье место 25 тысяч. Типа как Battle Royale, да, я как так понимаю. Гонки на гоночном треке тоже мы посмотрим. Также есть места и призы. Это первое место 150 тысяч вирт. Второе место 75 тысяч. И третье место 35 тысяч виртуальных рублей. Гонка вооружений также добавили. Тут тоже свои призы. Это первое место 200 тысяч вирт. Второе 150. Ну и третье 75. Также какая-то вертолетная гонка. Я не знаю, успеем ли мы сегодня посмотреть, либо я разобью этот обзор вообще на две части. Также добавили гонку по городу. Там тоже есть свои призы. Это первое место 150 тысяч, второе 75, ну и третье 35. И какая-то безбашенная гонка. Это аналог, можно так сказать, каскадерских гонок из GTA 5. Это мы тоже посмотрим. Также гонки на лодках и мотогонки в виде рамп. Полноценные дуэли. Тут тоже мы можем предлагать дуэли кому-то. Это мы тоже посмотрим. Нововведение для ФСБ и семей. Но это пока что к нам не относится, потому что надо в это все вступить. Это я точно покажу в следующей серии. Также доработали и исправили некоторые фрагменты на самом сервере. Теперь звезды в худи игрока отображаются корректно. Это можно заметить в правом верхнем углу. Ну тут, в общем-то, в основном всякие исправления. Добавлена зеленая зона в аптеке и банки. Ага. Как вы можете помнить, по одному из нашему прошлому ролику по амазингу, мы снимали РПшку, и в этой РПшке мы могли доставать ствол в банке. В общем-то, первое, что мы сегодня посмотрим, а посмотрим мы тюнинг. У меня как раз есть четырка тут стоит. И нам в первую очередь надо, чтобы на тюнинг, нам нужны деньги. Поэтому мы сейчас поедем в банк. Так, выходим из нашей хаты. Кстати, на сервере есть voice-чат, я не знаю, я им что-то как-то не пользуюсь особо. Непривычно, на самом деле, для сампа. Для вообще вот этой самповской тематики voice-чат. Надо, кстати, еще себе скин какой-нибудь нормально съездить, прикупить, а то в дефолтном скине бегаю. Так, забрать транспорт. Давайте заберем ВАЗ-2114. Выбрать. Я надеюсь, он у меня заправлен. Если что, побежим до СТО тут или до заправки и возьмем. У меня, кстати, номера надо поставить и штрафы все выплатить. Ну, конечно, нам в любом случае ехать на СТО, потому что машина моя разбита. Бензин в ней 36 литров. Нормально, нормально, пойдет, пойдет. В общем-то, тут банк не... вон как раз через дорогу. Снимем там денежку и посмотрим обнову. Ого, ФСБ. ФСБ. Здравия желаю. Скине из GTA 5, кстати. Давайте проверим на ЗЗ. Да, наличие ЗЗ теперь тут есть. Так, мне надо деньги снять. Сколько у меня вообще тенге? Тенге, тенге мне надо. Тенге. А у нас что по счету вообще? Я просто уже давно не играл. Баланс счета 1,5 тысячи. Понимаю. Давайте снимем это все. Во, все, теперь у нас фул при нас. У нас даже кейс такой появился прикольный. Раньше, кстати, кейс был дефолт. Дефолтный из GTA San Andreas. Сейчас какой-то прям такой HD-шный, текстурный. Давайте в первую очередь гоняем за скином. Мне просто скин нужен прям срочно. Так, давайте посмотрим. Что у нас тут вообще по стоимости? 20к. Ну, это дефолтный скин, все. Давайте вот такой вот за 150к возьмем. Да. Все. Теперь у нас есть более-менее нормальный скин. Во, все. Так, теперь мы идем до нашей машины, которая стоит у нас возле нашего дома. Лок 1, открываем ее, садимся и едем до СТО. Где у нас СТО ближайшее, мне интересно. Машина у нас выше 30 не едет. А, чувствую, веселая поездочка сейчас будет. Ассалам алейкум. Малейкум ассалама. Понимаю, пацаны, конечно. Все-таки voice-чат тут у всех синхронизирован, это прикольно. Это прикольно. Вот бы в сампе такую дичь, конечно, сделали бы с чатом. Только, хотя, я не знаю, может там уже на какой-нибудь, не буду говорить название серверов, но на крупных серверах, я думаю, наверное, такую же тему, как с КРМП уже провернули.
А, тут выезда нету, лола, как выехать отсюда? Сейчас за non-RP Drive отлечу, ладно, рискнем, короче, срежем. Просто вот в сампе реально войс-чата не хватало прям конкретно. Вот это все писать, это как-то муторно и неудобно очень. Кстати, по поводу номеров. Некоторые спрашивали в комментах, типа, что номеров нету. А я вам скажу то, что у меня штрафов как говна, и поэтому я их не буду ставить. Во, мы уже приехали. Так, а где заехать тут? Где чиниться? А, во. Используйте... А, бибип. О, все. Что у нас по тюнингу появилось? Починить авто это однозначно... Да, 5000. Капитальный ремонт. Я не знаю, что такое тюнинг. О, покрасить. Давайте. Вообще, мой любимый цвет красный, поэтому я хочу красный. Нет, он как-то тут стрёмно смотрится, если честно. О, вот так вообще идеально. Купить. 16 500 рублей. Вполне достойно, да. Так, что у нас по дискам тут-то, а? Я, конечно, профессионал, еще раз повторюсь, в тюнинге, и я всегда все на стиле делаю, но максимальный колхоз, можно так сказать, поэтому берем. Я, на самом деле, не особо втупаю, что такое клиренс. Ну, давайте на сотку бахнем. А, клиренс, что? Нажмите Escape в транспорт, чтобы увидеть... Чё? А, чтобы вернуть... О, а чё изменилось? В общем-то, мы покрасили, поменяли диски. Вот такая у нас прикольная бибика получилась. Надо заправиться, заехать сейчас. По-моему, у неё скорость чуть-чуть... Я вроде бы ничего такого не ставил, но мне кажется, что скорость чуть больше стала. Пацан заправится и чё-то куда-то. Ассаламу алейкум. Билли Джин. Настроил кувшин. Машинку мы пострелили. Тюнинг, да, стал гораздо детальнее, чем раньше был. Так, давайте посмотрим на новые вот эти мероприятия, движухи. Это я, судя по всему, как пострел, это у нас слэш GPS. По-моему, это развлечение, если я не ошибаюсь. И компьютерный клуб, мероприятие. Вот это, кстати, интересно, тут реализовано, то есть по РП якобы. Пере. Чё он бежит сюда? Чё ему надо? Братан, дай, пожалуйста, денег немного. На работу, дай на бой. А сколько тебе надо? 15 тысяч. 15? Давай. На, вот 5 тысяч еще. Спасибо большое. Удачи. Да, удачи. Помогли челику, так сказать. Я надеюсь, что он их не просрет, не пропьет, ничего. Вот реально ему на работу надо, я ему дал. Я в душе добрый человек, поэтому вот. Так, машину я закрыл. Глушим. Вертолет! Че? Что? Это вообще законно? Он типа... Что? Это он типа так в компьютерный клуб прилетел или что? Лол. Готов, все. Начало игры. У нас нашелся первый чувак, который с нами будет играть. Мне просто интересно. А какая ставка? Я что-то не посмотрел. А, ладно, короче, посмотрим. Пистолетка, волына! Это диглы! CC плюс, плюс C, давай! Я за кейса ничего... Это даст 2. Блин, а я-то плюс Cшить не умею! А, у меня все кейс пропал, шикарно. Все. Идеально, играем. Я раньше умел плюс Cшить. Я лет 5 назад, наверное, играл в самп, когда... Сейчас у меня вообще скилла нету в этом плане. Все, я просрал ему, да? Блин, парень, конечно, жестко играешь. Плюс Cшить я не умею. В общем-то, я не знаю, где мой скин. Куда мой скин пропал, по сути. Тут же инвентарь или что-то подобное должно быть. Мне вот реально интересно, что у меня по скину случилось. Куда у меня скин дропнулся, я вообще не знаю. В общем-то, ребят, вот такая вот у нас серия первая. Первая серия получилась. Мы посмотрели с вами на тюнинг. Мы просто зашли на сервер, посмотрели вообще, как тут, что обновилось, что исправили, что переделали. Посмотрели дуэли, у меня сперли скин. Я не знаю, куда он делся вообще. А в следующей серии мы уже посмотрим с вами, как тут устроены новые гонки. Как и на лодках, на вертолетах и прочее. Парень! Да задолбали, дайте мне серию закончить нормально. На этом все. Посмотрим все остальное в следующей серии. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, не забывайте про колокольчик. Также, если вы хотите со мной поиграть, то ссылку на игру я оставлю в описании. Также не забывайте про мой промокод Антрамер. С вами был Антрамер. Всем удачи и всем пока-пока.